Здравствуйте. Сегодня мы с вами научимся строить пирамиду. Я неспроста взяла этот урок, потому что то, что я вижу, то, что дети строят, это просто какой-то кошмар. Итак, с чего мы начинаем с вами строить пирамиду? Это на самом деле проделать легко. Мы отмечаем с вами отрезок любой длины и проводим пунктирную линию. Это будет задняя часть нашего основания. Дальше. Лучше всего отсчитать две клетки с одной стороны и опустить на три клетки вниз. Вот оно. Это будет уже сплошным проведено. Это будет основание нашей пирамиды. Далее. Хотя бы приблизительно мы с вами должны посмотреть центр пересечения биссектрис или высот. Вот я очень тоненько проведу пересекающиеся в данном случае медианки и восстановлю вверх перпендикуляр. Для чего это нужно? Это будет на этом перпендикуляре будет лежать наша вершинка. Итак, отсюда я уже соединяю верхушку пирамиды с вершинами основания. Вот обратите внимание, если вам надо опустить высоту, она у вас четко опускается посередине. Это необходимо для решения задач. То есть, еще раз, провели линию. Две клетки вернулись назад, три клетки вниз. Самое главное – это построить правильно треугольник. На этом основаны много задач. Обратите внимание, треугольник построен так, что вот этот угол в случае необходимости можно взять за прямой. Далее. Предположим, вам нужна пирамида прямоугольная. Значит, начинаем мы точно так же. Две клетки возвращаюсь, три клетки вниз. Строю основание. И теперь я хочу, чтобы у нас под прямым углом шло одно боковое ребро. Вот оно. В любом точке мы ставим вершину и соединяем с вершинами треугольника основания. На чертеже хорошо видно, что этот угол 90 градусов, и вот этот угол тоже 90 градусов. Значит, вот так просто можно строить пирамиду.